Итак, дорогие друзья, вышел бесплатный курс «Настройка виртуального окружения Django 1.9 на хостинге Jina». Значит, какая цель данного курса? Мы очень подробно рассматриваем, как на хостинге установить виртуальное окружение и установить любую версию Django. Код дается еще здесь. Идет подробное объяснение. Значит, кроме этого, курс можно смотреть онлайн, курс можно скачать либо под видео в описании, посмотрите переход на данную страницу. Либо скачайте, либо смотрите. Значит, обратите внимание, в уроке 5 мы здесь разбираемся, как в PyCharm создать виртуальное окружение. Почему мы это делаем? Во-первых, здесь есть две причины. Значит, показано стратегически, как установить виртуальное окружение на хостинге. Я сейчас вернулся назад. Потому что мы в школе работаем с разными версиями Django, и там есть ссылка на видео, почему нужно работать с разными версиями Django. То есть вы создадите виртуальное окружение для Django 1.7, 1.8, 1.9 и будете действительно разбираться. Также я показал в этом уроке, как создать виртуальное окружение для разных версий Django при помощи PyCharm локально. Есть домашнее задание, что и как делать. Ну, в принципе, то, что я хотел сказать, я сказал. Значит, как еще можно найти курс? Набираете, если ссылка вдруг не сработала, spb-tut.ru, заходите, у вас будет он высвечиваться следующим образом. Вы нажимаете «Начни здесь», далее «Почему Django» и ищите в записях настройки виртуального окружения Django 1.9 на хостинге Jina. Но в любом случае под видео посмотрите в описании сразу. Все, ребят, то, что я хотел сказать, занимайтесь, ставьте, радуйтесь, научитесь радоваться маленьким победам. Это даст больше сил для новых свершений. Спасибо.